Всем привет, с вами При. Сегодня вновь вскрываем недельные сундуки. 29 число. Под 6 декабря уже нужно будет вскрывать 15 сундуки. Но даже с этих сундуков мы можем получать вещи выше 955 уровня предмета. Так, допустим, пару моих сагильдийцев получали 960 шейку. И где-то тут был 960 релик. В общем, он был, вы мне поверите на слово. Я вам никогда не вру, да и вы мне, по-моему, тоже никогда не врете, а вот и он. Итак, начинаем. Открываем добычу на защиту. Так, ну это ступни 935, и это начало квеста. Это начало квеста на ап-легендарочек. Окей, хорошо. Ну и вскроем тринкет дополнительно. И на каждом персонаже я также еще буду скрывать эти сундучки с сокровищами скверны. Я очень везучий человек, я это знал. Так, эти запястья отправляются на продажу. Это железо тоже отправляется на продажу. Хороший лут, я очень доволен им. И я получил первые 20 эссенций для апа-легендарочек. Окей, идем дальше. Дальше у нас ДК. Сейчас, может быть, на ДК что-то хорошее упадет, что-то прокнутое. Лут я поставлю на лед. Почему бы и нет? Поехали. Накидка 935-я. Нужна она мне? Нет. Утроба 18-е. Ну и отлично. Это что такое? Это запястья 915-е, которые пойдут на продажу. Аналогично берем квестик. Хорошо. Сейчас отправим квестики. И можно будет идти дальше. Слишком опасные какие-то квесты нынче прокают. Слишком какие-то злые на смерть соратников этих. Так, теперь паладин. Поздновато сегодня недельное вскрытие сундучков идет, потому что электричества не было и вообще все печально с этого пошло. Отстаю от графика на целых полтора часа. Это что? Это как называется-то? Это печально все. Ох ты. Ну ладно, хорошо. Хоть я и не собираюсь рейдить паладином, но такая триня пойдет. Вскрываем сундук и получаем 940-е запястья. Хорошо. Нацеплю их так и быть. Апается артефакт, отлично. Десятый престол, самый лучший ключ на твинка. Именно. Сейчас еще будет скоро вскрытие легендарочек. На ханте и паладине, это ж вообще просто кайф рандома, так сказать. Это одна из 11, там, на ханта упадет легендарочек. Ну, а на паладине там одна из 6, все-таки. Некоторые легендарочки уже надропаны на паладине. Андроидом я получаю легендарку тысячного эквипа. О-о-о! Так. И ноги 935-го эквипа. Ну, не повезло. Зато с легендарочкой повезло. То, что она сразу тысячного упала. Кайф. Это что такое? Так, это кровь. С которой я поработаю в Тигеле. На самом деле. Насчет колечка надо подумать. Не знаю, ноги, запястья. Да, надо подумать. Насчет всего этого. Ну что, недельное вскрытие сундуков закончено. Сейчас видосик этот прямо со стрима пойдет на YouTube, так сказать. Недоволен я лутом. Ну, по крайней мере, что только над руля вот, сундука этого. Что-то нормально прокнуло, да и все.
Сейчас будет вскрытие легендарочек на охотнике и на паладине в следующем видосике. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, заходите на стрим в 15 в Москве. Будет освоение Анторуса. Веселого очень.